Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 20 октября и давайте посмотрим, с чем у нас завершается текущая торговая неделя. По паре евро-доллар, последние несколько торговых сессий мы видим продолжение укрепления. Собственно, данная тенденция сохраняется. Ближайшие цели по движению это область 1.1858, обновление максимальных значений, которые мы видели вчера, ну а далее уже за максимум 12 октября. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера в области 1.1766, на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Пара британский фунт и американский доллар сегодня с утра обновляют минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в области 1.31.33. И на текущий момент в рамках краткосрочного таймфрейма мы видим продолжение нисходящего движения. Возврат к покупкам будет актуален после прохождения максимума, который был вчера в области 1.32.32. 32 пара американский доллар, японская иена а, также продолжает укрепляться. Вчера мы видели коррекцию. Коррекция была а, порядка 82 пунктов, но минимум предыдущего дня преодолен не был, поэтому мы остались а встанем на покупателей по данному инструменту и сегодня с утра уже были обновлены также локальный максимум поэтому на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется ближайшая цель по движению это а, закрепиться выше отметки 1, 113 19 далее двигаться уже на 114 10 возврат к продажам будет актуален после обновления минимальных значения которые мы видели вчера в области 112 29 Пара австралийский доллар, американский доллар сегодня с утра торгуются вблизи минимальной значений, которые мы видели вчера. Если паре это удастся закрепиться за данным уровнем, то возврат к продажам уже будет вновь актуален. На текущий момент пока тенденция в рамках часового таймфрейма остается на укреплении с целями движения в область 78.91 до тех пор, пока мы торгуемся ниже области поддержки вчерашних минимальных уровней. А пара американский доллар, канадский доллар сегодня с утра уже обновил максимальное значение, которое мы видели вчера. Это область 1.2492, поэтому в рамках краткосрочного таймфрейма часового мы вернулись пока к покупкам по данному инструменту. И цели по восходящему движению, ближайшая цель находится в области 1.2590. Возврат к продажам будет актуален после обновления минимальных значений в области 1.2450. Еврофунт продолжает укрепляться. Вчера был активный рост, подошли к области сопротивления на, на отметке 0.9029. Ну и ближайшая цель по восходящему движению закрепиться выше данного уровня. А следующая цель это движение в область 0.9157. Возврат к продажам будет актуален после обновления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 89.23. А, золото. Золото вчера подходило к максимуму, который мы видели 18 октября, но сегодня с утра мы видим коррекцию от данного уровня, поэтому на текущий момент пока тенденция на ослабление сохраняется, и последние два дня мы видим боковое движение по золоту. Для возобновления покупок... По данному инструменту нам нужно увидеть золото выше отметки 1291 доллар за тройскую унцию. И далее следующие цели будут уже 1309 и 1328. На текущий момент тенденция краткосрочного ослабления сохраняется. И ближайшие цели для данного движения это закрепиться ниже минимума, который мы видели вчера в области 1276 долларов. Нефть марки Brent продолжает торговаться также в достаточно узком диапазоне. Вчера... Вчера мы видели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 18 октября, что в свою очередь нас на текущий момент в рамках часового таймфрейма возвращает пока к продажам. Но здесь, как я уже отметил ранее, всю неделю нефть market бренд движется в боковом движении. Верхняя граница 58.60, нижняя граница 57.33. Вполне вероятно, что от данных уровней мы увидим дальнейший рост, вновь опять в области 58.60. Если говорить о возобновлении продаж по данному инструменту, то то здесь ну, следующая цель это закрепиться ниже отметки 57.18. И далее двигаться уже на 56.90 и на 55.70. А по индексу DAX. Вчера мы видели. Снижение в область 12910, обновили минимальные значения, которые мы видели вчера, а сегодня с утра рост вновь возобновляется, и пара индекс уже торгуется выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, вблизи как раз вот данных уровней. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление пока сохраняется. Вот мы видим такой боковик, который идет фактически весь октябрь. Планомерно, но индекс а, повышается. А, и а если говорить о начале коррекции, да, коррекция, которая может произойти, в принципе, первые предпосылки мы видели, собственно, вчера после а, данного нисходящего движения. А если а, индекс не уйдет выше максимумов, которые были зафиксированы 18 октября, то тенденция на ослабление сохранится. Точнее, пока продажи а, краткосрочно сохраняются до тех пор, пока мы торгуемся а, ниже отметки 13 093. А, по а, по инструменту биткоин. Вчера мы видели укрепление, вчера обновили максимальное значение, которое мы видели 18 октября, поэтому в рамках краткосрочной тенденции биткоин также укрепляется. Если говорить о возобновлении коррекции, то это будет актуально после преодоления минимальных значений вчерашней торговой сессии в области 5488. Цель по восходящему движению ближайшая – это закрепиться выше отметки 5731 и далее двигаться уже на 5837. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что э, ставьте ваши лайки, если данное видео для вас э, полезно. Если у вас есть вопросы, то пишите комментарии. И напоминаю, что в следующий понедельник э, в 19.30 мы встречаемся, как всегда, и разбираем более подробно текущую ситуацию э, с планами на э, неделю. Всем желаю хороших выходных и увидимся на следующей неделе.